Новини Мінщини на нашому каналі. У студії Ірина Смольська. Вітаю вас і сьогодні у випуску. Стратегія розвідки штукатурує послання керівника держави, широко обмірковують у громадстві. Одна із головних тем – обеспечення соціальної стабільності держави, то, о чому говорив президент. Притягнення інвестицій і реалізація нових проєктів. Завод горного воску у Пуховицькому районі після модернізації 80% продукції продає на експорт. У нас зараз саме час активне для освоєння мощностей і розробки диверсифікації своєї продукції. Этих частини выники масштабного доброупорядкования подвели на Минщине. Многие объекты города и района будет невозможно узнать живые преображения. Кира Карлович про дбай на господару и чистые кропки на карте в области. Стратегія розвідки керівник держави Олександр Лукашенко виступив за штогодовим посланням до білоруського народу і національного сходу. Пріоритет для Білорусі – створення тривалої конкурентноздольної економіки завтрашнього дня. Поводле слов президента, орієнтир для переодоління проблем і виводу країни на новий узровень розвідки – рішення 5-го усебілоруського народного сходу. Головне – задійничати усі речаги для витворчості якісних конкурентноздольних товарів. Закрану керівник держави і інші актуальні теми. У приватності кошт квадратного метра жилля не повинен перевышати середньомісячного заробку. Задача – довести його середній узровень по країні до 1000 рублів, застається незмінною. При гэтым предприємства повинні працювати ефективно, притягуючи модернізацію і інвестиції. Праця з інвесторами стане визначальною у оцінці ефективності керівнику усієї місцевої вертикалі. Первое, что нам нужно сделать, изменить отношение к инвесторам. Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране. Все вопросы должны решаться оперативно. Иностранные инвестиции, реальный приток недолгового внешнего финансирования, который мог бы быть направлен на создание новых высокопроизводительных рабочих мест для снижения напряженности на рынке труда, сокращения безработицы, увеличения занятых в экономике. Размову у овальной зале слухали и у працовных коллективов Минщины. Основные тезисы послания обмярковывали и представники деловых колов. Развитие предпринимательства, полегки для бизнесменов, максимости для ведения уластной справы, створения и потримания належных умов працы. То, и от чего залежит и моцный подмурок экономики в целом, и добробыт кожной семьи у приватности. Директор предприемства по выпуску будаўнічых сумесяў у Заславі и наместник старшини Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий разом с коллегами поделился своим меркованием на актуальные темы. Одна из главных тем – обеспечить социальную стабильность государства, то, о чем говорил президент. А это как раз создание, сохранение всех рабочих мест, которые сегодня есть, и мы это активно занимаемся. То есть каким образом? Мы занимаемся обучением персонала, усилением роли персонала в жизни нашего предприятия. Опять-таки президент озвучил этот момент о том, что сегодня нужно настолько дать возможность заниматься бизнесом тому, кто это хочет, насколько это можно в рамках государства. То есть облегчить как создание бизнеса на этапе его становления, так и ведение бизнеса. И уменьшить количество контрольно-надзорных мероприятий, особенно для тех предприятий, которые работают стабильно, работают эффективно, уплачивают налоги и так далее. То есть вот это давление со стороны государства уменьшить. Что касается инвестиций, я считаю, что современному предприятию, чтобы находиться в тренде, конечно же, надо инвестировать в первую очередь это производственное оборудование, чтобы оно работало по максимально эффективно, выдавало только качественную продукцию и безопасно. Улику пытанию, что наибольш цікавят людей, социальные. Президент тоже остановился на этих вопросах. Много было внимания уделено и ценам на услуги ЖКХ. Для меня это, как любого другого, наверное, гражданина, тема такая очень живая, и она, ну, чувствительная для бюджета. Тарифы подрастают, но
в последнее время уделяется много внимания адресной помощи. Мне кажется, вот это самый важный момент, который сейчас есть и очень важен для граждан в момент, когда растут тарифы, именно оказать помощь тем, кто особо остро в них нуждается. Также президент остановился на вопросах трудоустройства. И мне очень понравился тот момент о том, что президент сказал, что каждый должен стремиться трудоустроиться. То есть не ждать от государства или от биржи, что если он встал на биржу труда, то работа сама к нему придет. Каждый человек должен стремиться и искать работу, искать себя, найти способ для того, чтобы заработать, чтобы кормить себя, свою семью. Надзённая тема, якая хвалюе кожнага, доступнасць і якасць адукацыі і медыцыны. Галоўны бухгалтар прадпрыемства Ірына Вольская нават занатоўвала найбольш актуальныя для яе моманты, якія агучыў кіраўнік дзяржавы, і падзялілася сваімі думкамі, адзначыўшы важнасць мерапрыемства. Конечно, у нас медицина бесплатная. Провела параллель тому, что если предприятия и предприниматели работают честно, уплачивают все налоги, то, конечно, это, естественно, повышает уровень и всей социальной сферы, и в том числе медицины, потому что расходная часть бюджета Республики Беларусь, она финансирует такую область, как медицина. И с прямой трансляции можем узнать, куда идет Республика Беларусь, как развиваются сферы и медицина, и образование, и наука. Вот, какая перспектива для молодежи. Да? И ЖКХ услуги, то есть и транспорт, и инвестиции, и какое место мы вообще занимаем, да, вот, в мировой экономике. Прыцягненне інвестыцый і рэалізацыя новых праектаў. Эканоміка стала адной з асноўных тэм падчас паслання кіраўніка дзяржавы. Экспартаарыентаваная вытворчасць працуе ў Пухавіцкім раёне. Завод горнага воску. З Еўропай даўно звязваюць цесныя гандлёвыя кантакты. Зараз тут наладжваюць эканамічныя сувязі з Італіяй. Выйсці на новы ўзровень прадпрыемству дазволіла ўвядзенне ў эксплуатацыю дадатковых высокатэхналагічных магутнасцяў. Больш за 50 мільёнаў еўра інвестыцыі значна пашырылі магчымасці вытворцаў тэхнічных маслаў і змазак, прадуктаў, без якіх цяжка ўявіць сферы машынабудавання і ваеннай прамысловасці. Больш за 80% прадукцыі завода ідзе на экспарт. Разам з эканамічным эфектам відавочны пасля рэалізацыі праекта і змены ў сацыяльнай сферы. У прыватнасці створана больш за 30 новых працоўных месцаў. В этом году мы развиваем отношения с Италией впервые, да, Греция, Германия и так далее. 80% мы отправляем в Западную Европу. У нас достаточно универсальная производственная мощность, и мы можем подрабатывать и диверсифицировать. Мы не завязаны на каком-то отдельном продукте, на который, если вдруг его жизненный цикл умер, то и производство закрылось. Нет, у нас есть небольшая исследовательская группа. Мы постоянно с предприятиями Минпрома вместе взаимодействуем и отрабатываем различные направления, продукты, которые они сегодня потребляет. Поэтому у нас сейчас именно время активное для освоения мощностей и разработки диверсификации своей продукции. Протягиваем выпуск. Работниц столовой при лицее Министерства внутренних справ зловили на крадяжи продуктов. Поблизу дитячего лагера «Белые росы» в Минском районе правоохранники затримали 57-годовую жихарку Лагойска и 59-годовую минчанку, кухара и посудомыйку столовой. При огляде их пакета оперативники нашли выкраденные харчи. Причиной проверки стала информация об том, что навученцам лицея выдают харчовый пай ниже за необходимую норму. Тем часом тут навучаются и сироты, и дети, которые застались без опеки батьку. После затримания подозреванные дали признальные показания. У дочинения до их складены административные протоколы. Теперь жанчин чакает штраф до 30 базовых величинь альбо административный арешт. Выкраденные продукты вернуты у лицей. Эфект частини. Выники масштабного добраупорядкования подвяли на меньшине. В этой теме присвятили выездное посяджение облвыканкама. Кіраўніцтва в области и районов наведали не только буйные грады, але и отдаленные вёскі, оценили стан вытворчых и сельскохозяйственных объектов. Кира Карлович про дебайных господаров и чистые кропки на карте в области. Дзяржынскі, Уздзенскі, Капыльскі, Салігорскі, Любаньскі – гэта районы меншыны сталі аб'ектам для праверкі вынікаў генеральнага прыбірання. Не абышлі ўвагай і добраўпарадкаванне сельгасаб'ектаў. В прошлом году зашел, сидит тут заведующая здесь, вот, на этой скамейке. Вот здесь вот куча бычков и половину бычков под ногами. Линолеума – это сейчас уже постелено. И вот я к чему это говорю? Это вот уровень культуры Капыльской.
И вот здесь вот на ферме, вот кто-то ж так строил, десятки таких кабинетов. Они никем не используются. Они никому такие не нужны. Но мы же, смотрите, что мы настроили. Но самая же беда, что сегодня же так же безмозгло начинаем кое-что новое строить. Справедливая критика прогучала и у господарцы «Большевик Агро». Что здесь плохо? Вот смотрите, он взял арматуру, повыбивал, да, вон она торчит, не понимая, что это за арматура упадет. Это вот преступление мы делаем, не понимая в строительстве ничего. Нельзя конструкции трогать, особенно арматуру. Плита стоит до тех пор, пока есть арматура. Вырос, где жанчына, там парадок актуальный у Любани. Вероника Морозова, керует господаркой у Рецки, другий год и добра ведая. Реконструкция старых и будовництво новых объектов гарантует стабильный прибыток у живелогадовли. Планов очень много. Сегодня на Крупенниках мы уже завозим тоже фундаменты для строительства еще одного клюшечника. 33 на 90 мы будем там строить клюшечник, тоже для содержания телок. Потому что телки – это основа животноводства. По доброму упорядкованию Любанский район – один из узорных. За опошний час тут приступили до ремонту школ, детячих садков и гандлевых объектов. Так само плануется поширение в улице и реконструкция ЗАГСу. 12,5 миллионов рублей – все лето накировано на развитие инфраструктуры района. Мы привлекаем к этим работам и неквалифицированную рабочую силу. На сегодняшний день, как ни парадоксально, поверят, не поверят, но в районе мы испытываем дефицит рабочих рук. Я планирую к концу года текущего многие объекты города и района будет невозможно узнать в силу их преображения. Недохопы хоть и сустракаются на особных предприемствах, але узорных прикладов частини и парадку все ж больше. Культура земледелия намного повысилась в таких регионах наших. Как сегодня мы уже показывали и говорили, это Слуцкий район, это сегодня Узинский регион, Солигорский район. Значит, все поля, которые сегодня едешь по центральной дороге, значит, запаханы. Нету нигде, чтобы оставались необработанные островки. То, что сегодня порядка стало больше, это видно невооруженным глазом. Меж тем, праца по добраупорядкованию в регионе будет протягиваться. Культура земляробства, пригожая в улице и подворки повинны стать еще одной визитовкой центрального региона. Кира Карлович, Сергей Курков, Минщина. Репортажи, эфирное видео всех программ в любой час доступны на сайте CTV.BY и на YouTube-канале столичного телебачения. Заходьте, глядите и подписывайтесь. На этом у меня не все. Доброго вам настроения и до встречи.